Отель Ермолино, получайте. Основная этикетка, состав. Надеюсь, там будет нормально видно. Прошу запомнить. Кто-то просил сделать обзор на тушенку Ермолино, говядину высший сорт. Совершенно случайно попался мне этот магазинчик. Думаю, дай-ка я и правда это сделаю. Долго особо рассусоливаться, конечно же, мы не будем. Сейчас по-быстрому вскрываю. Смотрим, пробуем, делаем выводы. И разбегаемся. Органолептический осмотр. Да, что-то она изначально как-то уже выглядит сверху не айс. Давайте ее понюхаем сначала. А потом будем выкладывать и пробовать. Ну, пахнет, в принципе, неплохо. Тушеночка пахнет такой говяжий, добрячий, лавровым листочечком. Теперь посмотрим, что у нас там внутри. Жиру больше, чем мясо, сразу понятно. Мясо есть. Вот примерно столько жира осталось в банке. Лавровый лист присутствует, это не может не радовать. Давайте я весь жир этот выковыривать оттуда не буду, так как он мне в принципе уже как бы и не нужен-то. А насчет составляющих могу сказать следующее. Жир, бульон, какая-то толстенная жила проваренная. Но опять же, что я могу сказать, что это ни хрена не высший сорт. Это все идет первый, блядь, и второй сорт. Мясо кладется, сырье. Мясо резиновое. С какими-то оттонками. Примерно как-то это вот так вот выглядит. Давайте сначала сейчас найду кусочек помяснее и просто это тупо попробую. Попытаюсь попробовать. Ну, гляну, смотрите, все с какими-то прожилками, какими-то оттонками. Это ни хрена не высший сорт. Давайте на вкус. Мясо вообще резиновое. Просто коровка, наверное, была, не знаю, своей смертью умерла от старости. Просто мясо тупо резиново-волокнистое. Такую тушенку, конечно же, я вам рекомендовать не буду. Понимаете, вот когда говядину переваришь просто тупо в воде, типа как для бульона, ты потом не ужуешь. В общем, скажу так. Цена этой банки 172 рубля. 172 рубля, вот эта сраная банка, не стоит. Максимум сотня, 110 рублей. Но 172, это слишком за нее дорого. Конечно же, в какой-то самой хреновой ситуации лучше такая тушенка, чем вообще никакой. Но, опять же, повторюсь, что если есть что-то более лучшее, если вы для себя сделали какие-то более лучшие выводы по тушенке, где-то нашли для себя какие-то более качественные, допустим, вот для меня даже та же самая селятина банка за 110 рублей купить лучше, чем вот эту вот за 172 Ермолино. Так что лучше говорю, что не экспериментировать и не, скажем так, рисковать. Потому что тушенка на самом деле не самая плохая, но и не одна из лучших. Короче, говядина Ермолино. При каких-то самых хреновых обстоятельствах, конечно же, можно приобрести, но лучше этого не делать. Всем пока!